Так, Сережа, привет. Показываю твою работу. Я не буду сильно отвлекать. Вот, твою небритую морду показывать. Смотри, вот это вот ты их выкопал. Для чего? Для посадки. Себе. Для сада, да, для тебя. Сколько им лет? Ну, этим года два где-то. Вот. Я специально тебя проверял. Все-таки ученик. Да, ровно два года. И получается так, горшок не помешал им вырасти до такого состояния. Горшки ты разрежешь, поставишь и сильнейшую обрезку при пересадке. Так, все понятно. Значит, я дальше покажу, на какие мы жертвы пошли. Да, кстати, я проверил это, пока не полностью. Многие абрикосы спят, которые ранее проснулись. Очень много потерь. Значит, у рекорда уже не будет. Да. А я посмотрел. Но не все. Те, которые рано проснулись. Хе-хе. Манжурцы целенькие. Они набухли, целенькие стоят. А культурный через один. Этот. Мичуринский стоит, как ни в чем не бывало. Вот. Один амур весь в цветах. Другой амур цветов нет. А стоят рядом. В общем, рекордов не будет, но урожай будет. Но это средний год, это всегда так. Рекордный год, почти пустой год, средний год. Ну, система есть. Ладно, пойдем дальше. Без абрикосов не останемся. Мне косточки нужны. Так, ну это вы, конечно, здорово придумали. Тяпать лень. Решили замульчировать эти проходы. Ладно, одобряю. Вот. Теперь идем дальше. А, силка вроде идет. Вот они выпилены мной. Вот какие они выпилены. А вот эти вот. Это у меня королевский. Нет, бай-бай-бай-бай. Вот он. Бай-бай-бай. Сильнейшая обрезка на омоложение. Решил пожалеть его, потому что бай это все-таки суперсорт. Вот. А какие попроще выпилены. Вот эти вот. Потому что нам столько урожая было не надо. И так как в стране для лучшего сада нету места. Кстати, еще один. Вот он рыжий. Тоже сильнейшая обрезка на омоложение. Вот. Не стал трогать Артема. Рекордсмен. 30 ведер. Для культурного этого ого-го. Вот. И, наконец, жердель. Только пару нижних веток. Ой, занимает площадь дикую. Невероятно. Какую площадь занимает. Кстати, собирали. Вот. И этот самый было... Телевидение на их глазах собрали 40 ведер. И чё? Смотрите, сколько осталось. Видели это? Вот. А как любят они эти косточки. Ой, как любят эти косточки. Вы посмотрите, сколько их. Вот какой на самом деле был урожай, если 40 ведер собрано? Вот. Ну, часть косточек продана. Где по дешевке, где дарил, где продавал. Это все иду. Вот беру ширее. Ну тут, если ширее пожиже, ну все равно еще сотни косточек вы видите. Еще сотни видите. Ну, в общем, это не все так. Вот гляньте по другими деревьями. Вот соседние, вот оно, видите? Смотрите сюда. Видели? Вот я даже уже не буду ходить, вы и так видите. В общем, называется. Это не ждали, не гадали. Вот, призывы подружиться с наукой. Тут несколько Нобелевских премий. Я не оговорился. Нобелевские нам не светят, сами понимаете. Время такое. Но государственные премии-то приезжал я бы за ними. Любой бы хлопнул мне по плечу. Кандидат, доктор сказал, да я сейчас... А, вы знаете, как надо было прославиться? Вот, кстати, еще... Вот, вы знаете, как надо было прославиться, сказать? Так же, как Никитин Максим.
молодой ученый. Здорово прорвался, выбился из общего ряда. Вот. Взял статью, опубликовал в авторитетном журнале. Журналисты подхватили. Вот он наш гений, наконец-то, вот оно будущее Нобелевка. Оказывается, что это нету мусорных генов, нету мусорных кусочков это самое, ДНК. Нету. Они только болтаются без дела, пока нужды нет. А мы с Латинковым про это давно уже знаем, рассказали, публиковали. Кому нахрен это надо? А я отвлекся, почему? Итак, Сибирь. Итак, идем дальше. Значит, выпилили. Показать еще. А это, инфаркт не хватит? Нет, инфаркт у вас не будет, инфаркта. Вот, зачем это? Смотрите, еще отсюда видно, сколько еще этих пней. Видите? Это все было выпилено, и теперь здесь будут посажены абрикосы. Вон он, Сергей. Вон они, горшки с выкопанными. Вон они. Вот. А, еще там и не показывал. Вон еще. Да, вместо этих, которые выпилены. Жаль, конечно, очень новые ценнейшие сорта. А нет, вру, сортов нет. Сортообразцы и эти самые. Ну, в общем, так, сортообразцы, как бы еще назвать по-другому? Ну, сортами не имею права называть. Вот, у нас сейчас как, заплати, и тебе бумажку быстро выдадут, что это новый сорт. Это не те времена, когда 30 лет выводили, а потом 10 лет испытывали. Сейчас наука проще стала. Мани-мани. Видите? Смотрите, видите вот эти вот, эти самые холмики? Вот здесь будут посажены новые сорта. А это был выпилен манжурский абрикос. Еще. Мы его решили выпилить, но руки не доходят. Вот, это был особый, у него самые яркие эти плоды невероятные, что даже на обложку у меня попало. И книги, и на обложку брошюры. Так. Ну, смотрим вверх. Посмотрели. Вот. Пока ображаю судить рано, он позже будет. Там толком не показал. А я показывал вот эти вот, чуть не сказал, ямки для посадки, бугорочки для посадки. Это я как бы повторяюсь. Вот. Ну, в общем, смотрите, это часть сада. Он идет туда, туда, куда пошел Сергей. Там расширяется еще. Туда. И вот до того дома, еще за дом. Еще через дорогу еще участок. Маловато. Иначе бы не пришлось вот это вот делать. Вот это вот. Ну что, посмотрели? Так, абрикос Фаина. Давайте-ка посмотрим. Я про него не часто вспоминаю. В самом дальнем углу растет. В самом дальнем. Вот он. Сказать ему, что легко? Нет. Сильно шикарный для Сибири. Сильно шикарный. Давайте посмотрим, собирается цвести или нет. Ага. Так. Как же разглядеть-то сейчас? Эх, ничего. Давайте я попробую глазами разглядеть. Вот он. Попозже цветет. Попозже. Цветы живы. Цветы живы. Осталось подождать. Вон цветочек вылез. А вот смотрите. Вот, все-таки я прав. Вот они, цветочки вылезли. Видите, вот они.
Смотрим дальше. Вот цветочки вылезли. Вот вылезли. Вот они красные. Ага, ну это... Ну а там высоко. Зрение не позволяет. Ну, в общем, этот цвести будет. Фаина цвести будет. А что я говорю, будет? Она будет вся в цвету. Потом еще повторим заход весной. И осенью посмотрим. А вдруг это не последний заморозок? Итак, почему я волнуюсь? Почему я переживаю? Сказать. Два дня назад. Здесь все было в снегу. Вот остатки снега. И я находился в это время в городе. Не поехал. Вот. Гололед был дикий, летние колеса. А Сергей тут ночевал. Вот. Посмотрел, в городе минус 5. Показывал один этот самый, как говорится, табло на другом было, а в телефоне было минус 7. Позвонил Сергею. Сергей говорит, у нас в тени на сарае висит этот самый проверенный градусник, на нем минус 9. Мне стало худо. Вот, конечно, сад непростой. Привит на манжурце, все привито. Вот, ну и результат. Я уже увидел, что часть почек будет... Ну, в общем, часть почек, назовем это, подзамерзли. Цветочная. Расставаем, пофигу, они... Ни одно дерево не погибнет. Тогда я сказал себе, давайте посмотрим. Вот это вот уникальные вещи. Давайте смотреть. А что это такое? Не... Ага, Мичуринский. У меня вебинар будет в понедельник. А это 20... Сегодня 20... Примерно 28-го, что ли? 28-го. Я там покажу фотографию Мичуринского. Он у меня совершил рывок. Представьте себе, скромное дерево, ну, прислали черенок, ну, привил, ну, 30 грамм, ну, 30, ну, 35, как-то 40. И однажды, когда у меня была не просто помощница, а Елена Александровна, а свидетель, он взял и дал плоды от 90 до 110 грамм. Фотография прилагается, на вебинаре покажу. В один год вот такое укрупнение. Ладно бы это было бы 3 плода. Но это целая ветка была со 100-граммовыми плодами. И вот его, я тогда и взялся за него всерьез. Почему? Смотрите, видите, Мичуринский. Мы это с вами обсуждаем уже селекцию. Посмотрите, сколько будет на нем плодов. Сколько нет, сколько будет цветов. Видели, да? Видели. То есть он не пострадал. Ну, если тут есть эти, вот такие вот. Вот видите, отвалился. Вот, все-таки он очень хорош оказался на 9-градусный мороз, осень. Тем более, что он такой и был, уже почки назрели, я же каждый день хожу, смотрю. Вот этот момент, так? Ну, давайте тогда пойдем на маму, посмотрим его, вегетативную маму. Это вегетативный сынок или вегетативная дочь, поняли, да? Посадка на холм, никаких ни отрезок нижних веток. Пересадка была, а видели вот... Те, что стоят в этих... Вот они. Еще раз. А это я пересадил годом раньше. Почему? Он должен был почти под топор пойти. Он был мощный, а это еще столько же вверх. То есть на вытянутую руку. Я его пересадил. И один год он... Ну, естественно, это ком земли неплохой. Один год прошел... Он дал кучу побегов и заодно и зацвел. Вот это эффективная пересадка. Почему? Еще раз, если я не болтун, если я вас вожу с очень важной целью, вы видели, как была обрезка сделана? Вот. Сейчас, а то вдруг опять укрупленно. Видели, как обрезка сделана? Видели? Видели, сколько я отрезал? Вот отсюда и до верху еще 1,5 метра. Вот здесь отсюда до верху еще 1 метр. И там. Вот это и есть обрезка для пересадки. Сколько всякой херни про меня говорят.
Железов запрещает резать, а сам режет. При пересадке и обрезке обязательно, иначе это получается инвалид. Любое дерево пересажено инвалид. Любое дерево, которое привито, состоит из двух половинок, инвалид в квадрате. Это надо знать. Плюс еще Сибирь, север, переезд на 1000 километров. Ну ладно, Мичуринский, он сам в свою очередь гибридный, и тут кровь южная есть. Ладно, посмотрели. Теперь вопрос, куда идти, или еще показать вам горшки с саженцами, которые будут пересажены. Видите, сколько выпилили? Где-то я штук 20 только тут выпилил. Вот. Мы сейчас смотрим, сколько места занимает этот самый жердель с Украины. А как без нее такое? Одно дерево, это память. Ему всего 23 года. Ну, 40 ведер плюс 1000 косточек лежащих, я вам сейчас только показал. Вот. Ну, и у меня, в принципе, такое же чудо под каждым деревом. Сейчас уже их мыши доедают. Вот, вот здесь вот лежало несколько ведер. Несколько ведер только вот тут вот, на двух квадратных метрах. Ну, давайте глядеть сорта попроще. Мичуринский – это элита, 100 граммов. А, и что я, Ненец, вам еще скажу? Ну, я люблю поговорить, уж не убирайтесь за меня. Сейчас, кстати, он отключится, и мы будем снимать серию за номером 2. А пока так, еще я вот что скажу. Вопрос. Что с них будет, если второе не будет, и окончательно убивающее, когда они зацветут, не будет второго, как заморозка, то мы дождемся плодов. Вопрос. Если верить специалистам, которые меня по морде, некоторые очень даже аккуратно, просто цитируют Мичурина, и все. Вот. А это Мичуринский. Теперь, что мы будем ждать? Или как ветка, которая пришла с 30-граммовыми плодами, или хотя бы 80-граммовая, если все-таки качество передались. Если передались, значит, ферритиновая градация существует. Вот. А меня, по-моему, все хватит, а то и так от обиды скоро лопну от злости. Видели, да? Вот. Итак, это была элита Мичуринский, который стал элитой под моим чутким руководством. Теперь берем вот это, самый ранний сын манжурца. Вот, они тоже в разное время. Почему? Все они... Ой, сейчас отключится. Все, благодарю за внимание, сейчас будет серия за номером 2.